Всем привет! Здорово! Спустя целых 7 месяцев вышла 7-я серия Дрон. Да, и мы посмотрели ее. Вон плейлист найдете по всплывашке сверху. Ну и конечно же, как не разобрать новенькую серию, ведь история закрутилась. Сама серия на каналчике, если что, но у нас там под, в комментариях, как всегда, тоже расшифровка, разборы, все это есть. Но почему бы не посмотреть видос от IG Project? Чувается все дальше и дальше. И много нового, естественно, мы узнали. Погнали разбираться. Поехали. Серия начинается, где бы вы могли подумать, на Копердейл. Показывают холм, на котором расположилась огромная церковь. Лабораторное пространство. Сдавалось, но уже арендовано. Кабин Февер, главный кафедральный собор. Вокруг него на привязи сидят стражники, и при этом на планете идет дождь. Да, странно видеть Копер 9 таким, ведь там сейчас все во льду. Но дальше нам полностью докажут, что это именно эта планета. Ведь снова покажут взрыв ядра Копер 9, как в первой серии. Внутри собора главенствует доктор Ридли. Возле алтаря цепями связана мама Узи Нори, в которой засел Абсолют Сол. Доктор Чемберс, а если точнее интерн Митчелл, надел не свою форму, и именно на него положил свой взгляд Абсолют Солвер. Его сдерживают при помощи магнитной пентаграммы и хотят пропатчить крестом USB-флешкой. К этому мы еще успеем вернуться в будущее. Причем помните Алису, которая сдерживала способности Узи при помощи магнит? Прикиньте, откуда она об этом узнала? Как раз таки из этих экспериментов. А пока Митчелл отправляется за 048, мама и дол Евы, мы видим, что все ящики, где сидят дроны, пронумерованы по их ID. Помните девочку 029, которую разорвали стражники в прошлой серии? Так вот, тут есть ее ящик. Ее зовут Амда. 019 ААТТ, 024 Трис и 006 Рид. Митчелл открывает Еву, она играет в Тетрис. Причем уже очень далеко зашла, у нее огромный счет, а фигурки двигаются просто молниеносно. Причем весь интерфейс у нее на русском. Да, люди их связанных и хранили в этих ящиках. Так что эти дроны не были рабочими. Я сначала подумал, что это локализация, а потом типа нет, не локализация. Компании, а лишь жертвами эксперимента. Митчелл приводит Еву в собор, но не дает ей войти. Пытается защитить ее. В соборе, естественно, от людей мало что осталось. Абсолют Солвер заманивает Митчелла голограммами людей. Он подбирает USB-флешку с патчем для дронов, но слишком поздно. В соборе образовалась огромная органическая воронка, а часть собора и вовсе отсутствует. Абсолют Солвер берет флешку и швыряет в Митчелла. Давайте для понимания на нынешние события пока отвлекаться не будем и закончим все то, что произошло в прошлом. Его спасает Митчелла и все-таки втыкает флешку в лицо. Но мы видим, что патч частично убивает Абсолют Солвера в ней. Он пытается сопротивляться и сосредотачивать свою силу в руке Нори. Обрезав руку, она падает в воронку, и тут же происходит коллапс ядра Копер 9. Вот из-за чего все это произошло. Абсолют Солвер способен даже вызвать взрыв ядра планеты. Когда Солвер бросает в Митчелла крест-флешку, она говорит МакГаффин. Это такой предмет, вокруг которого строится сюжет фильма, и который жаждут заполучить практически все его персонажи. Например, Камни Бесконечности в киновселенной Марвел или Кольцо Всевластия из Властелина Колец. Видим, что мама Узи Нори жива до сих пор, правда, да, у нее нет тела, а лишь ее ядро. Зато она даже в таком состоянии ищет этот крест и даже пользуется своими силами. Деловая. Планов этих шахт она уже облазила все углы и так и не нашла заветную флешку. Маман попивает маслице, слушает найткор, это такой музыкальный стиль из Норвегии 2002 года, представляющий из себя ремикс-версию музыкальной композиции, в которой темп и тональность увеличены примерно на 35%. Да и вообще гоняет на наушниках с ушками и, судя по плакатам и рисункам, знатно так анимешками увлекается. Короче, яблони недалеко падает. В этот момент падает лифт Сузи Энн. Повезде, это аниме! Тест прямиком в шахты. И тут же все разделяются. Смена преследует голограмма Ви, причем в том же костюме горничной, которым она работала в особняке Элиота. Узи тем временем в шахтах натыкается на информационную панель. Веселое время для большого взрыва 87. Что? Церковь была здесь, а Смайлик с лайком утверждает, что сингулярность активно поглощает все, что вам дорого. Справа расположился чертеж собора Кабин Февер и шахт. Видно, что Нори и здесь пометки оставлял. Ниже прикреплена еще бумажка. Мы видим Нори, как она, поглощенная Абсолют Солвером, стоит в лаборатории Кабин Февер. Этот кадр мы уже видели в рассказе Тесс. Из-за отсутствия прогресса в подразделениях, исключая 048, это Ева, мама Дол. Получается, у Евы был прогресс, и она излечилась. Команде 06, Ридли, девушка, которую мы видели в начале, поручено попытаться восстановить 002. Нори через USB-предохранитель 606B. Ожидаемая дата завершения 27 сентября в 23:59. Не умирайте все вместе и не выпускайте это снова. Лол. Мы очень безумно, но больше всего боимся этого. USB-предохранитель 606? Вот о чем нам рассказывали в пятой серии. В начале эпизода нам показывают кассету, в которой говорилось, как нужно правильно утилизировать дронов в работе. И что будет, если сделать все неправильно? Маркируем дрона желтой повязкой. Привет, VJN. После этого нужно в дронов загрузить специальную программу 606, чтобы его отключить. Вот что находится в той самой флешке-кресте. Именно эта программа. Далее нужно вынуть ядро и переработать его в машине для демонтажа. Тесса притащила в свой дом NJEV, которых, как видите, неправильно утилизировали. Маркировку нанесли, а вот программу, скорее всего, даже и не загрузили. А уж про ядро вообще молчу. Если отключил ядро неправильно, не уничтожил и не загрузил программу, то появится ошибка
Орка 9К зомби-дрон. Ядро может еще и отказать. Либо будет никаких изменений, либо блокировка терминала, либо самым маленьким шансом произойдет потенциально опасные мутации. Хоть 0.7. TNJV неправильно демонтировали, никаких изменений в них не произошло. Что не скажешь про Син. Син нашли среди помойки. Возможно, она была обычным дроном, но затем ее разум поглотил Абсолют Сол. Люди обошлись с ней плохо, утилизировали и выбросили как мусор. Почему она теперь не может утилизировать людей? Что она, собственно, и делает. Поэтому она переделала человеческие машины для демонтажа дронов и создала дронов-демонтажников, чтобы уничтожать людей. В этот момент Энна терроризирует призраки прошлого. И Ви, и Си. Даже показывают, как он вместе с другими дронами-демонтажниками уничтожал людей на Земле. Естественно, все... Да, вот это прикольная сцена была. ...влиянием Абсолют Солвер. Такое прям красивое и мощное. После этих воспоминаний можно заметить 25-й кадр, где изображен вот такой песик, да. И написано, что все собаки... Все собаки были отправлены на планету собак. Кстати, они отдыхают. Точнее, собак, кстати, они отдыхают. Они были отправлены на планету собак, и они отдыхают. Они же подписаны, эта собака, правда, появилась в эпизоде. Сюрприз. В трейлере был вставлен тоже 25-й кадр с собак. Прикол. Где было написано... Ой, ты кто такой? Собака не появится. Эта собачка не появляется в этом эпизоде. В эпизоде. Любуйся, пока можешь. Все-таки гличи решили добавить этого дога в серию. Прикол. Собачек, получается, не только эвакуировали, но и даже отправили на планету собак. Сильно. Ну и все. Ну и все. Значит, все нормально там. Можно ни о ком не волноваться. Сьюзи, когда подключилась своя админка Кен, поставила ему блок на взлом. Доступ запрещен. Связаться с администратором Darkwood 17. Это ее ник. Чтобы чертов Солвер не мог к нему подключиться. Особенно после событий в 5-й серии. Узи в этот момент находит собор и смотрит запись с камер, что происходило в ту злополучную ночь. Нас встречают Нори, и они вдвоем скрываются от Солвера. При этом она нашла флешку с программой. Тесса в этот момент отыскала все ящики дронов, в которых они были заперты для эксперимента. 0.32 Мика там и померла. Видно, что у нее появились органические крылья, и она утыкана магнитами. 0.12 Джейм тоже мертв. Ну и Нори там нет. Тесса подходит к компу. Версия программы. Авторское право Джейси Дженсен in Space. Ну и информация про жесткий диск на 120 гигабайт. Биоинформатическая задача. Нужно подтвердить, что ты не робот, приложив свой палец. С чем Тесса благополучно справляется. Все норм. Сообщение. Ух, наконец-то мы можем поговорить об этих чертовых роботах. Чувак, боже, они же знают, что их никто не любит, верно? Было бы забавно, если бы я так не боялся, лол. Здесь ноль живых активных пользователей. Людей больше нет. Высвечивается целая база данных на всех роботов, участвовавших в экспериментах. Внизу списка находятся те, кого мы еще не видели. Причем и статус тоже подписан, типа, нет эффекта. Они появятся? Или поврежден. Так никто и не смог стать носителем Солвера. А вот выше, 0.17 Алиса почему-то стала Джиамом. Да, она мертва, но все же. Ева пропатчена. 2.1.8. А вот Нори еще в процессе. Хотя она тоже была пропатчена. Но, естественно, база данных устарела, и ее никто не обновлял уже очень давно. Причем помните, как Алиса называла таких дронов со способностями ведьмы? Получается, на данный момент их три. Фиолетовые силы есть у Узи и Нори. Если Нори пропатчили, значит ее силы — это исправленная версия Абсолют Солвера. У них даже способности одинаковые. Только у Солвера еще нули есть. У мамы Дол Евы и у Дол тоже одинакового цвета сил. Они красные и тоже ничем не отличаются от сил Узи. Но с только способностью быстро перемещаться в пространстве. Причем Ева тоже пропатчена. Даже версия есть 2.1.8. Значит, с ее силами все хорошо. Так что я думаю, что если патчить Абсолют Солвера в носителя, можно получить свои собственные и похожие способности. Только без мании уничтожать все нас. Ну да, типа... Просто крутые способности получить, по сути. В своем пути и оставаться в здоровом сознании. Далее Тесса запустит... А не быть какой-то охуевшей сранью, которая пытается всех прикончить. Пусть это очистку систем. Этот процесс невозможно отменить. Оставшееся время 3 секунды и происходит взрыв. По сути, она сделала то, что хотела в прошлой серии. Найти список дронов и его уничтожить. Она встречает Дол, которая говорит, где патч человек. Патч на USB. То есть она тоже ищет этот крест. Ну и Тесса показывает свое истинное лицо впервые. Это Син, которая натянула кожу Тессы на себя. Вот почему она не умирает, когда Энн ед... Ну это, конечно, прикол. Вот то, что она натянула кожу на себя, это уже какой-то гиперприкол. Я видел, там писали вроде даже, что это попахивает каким-то уже ФНАФом. Убивает голову. Да и вспомните, как... Хотя почему ФНАФом? Ну ФНАФом потому что что? Потому что там типа... запихивали людей в костюмы, или почему ФНАФом? Говорила, что охранную систему создали люди, и только люди могут ей управлять. Но принтер печатает бумажку, доступ запрещен. Еще тогда можно было понять, что Тесса не совсем человек. Причем помните, как Дол не могла свои силы применить на Узи на выпускном балу? У нее была ошибка. Абсолют Солвер не интерактивный объект. Так вот, тут все повторяется. Опять она ничего не может сделать против Си. Ведь Солвер сейчас находится в ней. Вообще удивительно, как он постоянно по всем перемещается. Ну, не зря же он все-таки считается вирусом. Нори далее рассказывает
расскажет всю историю Энн, что она завела ребенка и даже показала небольшую страничку из своего дневника. Нори, 002, после коллапса, день 47. Думаю, сущность с предыдущих страниц удалила файлы из моей памяти. Оно отправило что-то для устранения других хостов. Питомцев. Сбитые с толку питомцы обеспечивают контроль. Оно тут явно говорит про Абсолют Солвера, что эта сущность удалила файлы из ее памяти и про попытки Солвера отправлять дронов-демонтажников для убийства оставшихся хостов. Тех дронов-экспериментов из лаборатории. В собор приходит почти мертвая Дол. Падает, а на ее визоре написано «Дайотпо». Ее грудная клетка разорвана, ядра совсем не видно. Вот посмотрите, ядро Джей вылазило оттуда же. Идет большой сегмент, где приходит Син, Узи тоже не может применить на ней свои силы. Та же ошибка, как у Дол. Она отрубает ей голову, дерется с Узи, который полностью поглотил Солвер. А, ну да, флочку 606 ломает. А экшена в этом, в этой серии хватает так-то вообще? Ломают. Додумался ведь Энн отдать ее Узи под Солвером. Энн признается, что встречается с Узи, чтобы спасти Нори. Узи очухивается и выкидывает маман в эту жуткую пропасть. Ну и апогеи всего мы видим Син во всей красе. Она утягивает почти мертвую Дол и все же сжирает ее ядро. Без ядра оболочка уже точно мертва. Так что попрощаемся с Дол. Мы видим ее номер 1001. И тут меня осенило. Помните, я рассказывал вам про кассету, как правильно демонтировать дронов рабочих. Перечень причин отказа ядра при отключении. Искусственный интеллект ядро рабочего дрона 1001. Это была не маркировка всех ядер, это была Син. Если ядро отказывает при отключении, происходят опасные мутации. Что еще раз подтверждает, что первым носителем Абсолют Солвера была Син. Так, погоди. Нравится тут реакции. А на Бусти их еще больше. Там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом все. Счастья, радости, удачи. Она упрыгивает в эту дыру, а на поверхности бродят Тед и Лиз. Люди недавно спрашивали у Лиама, где Тед. Он пропал после 4 серии. Тед был занят школой и спортом на протяжении всего этого времени. И вот он снова тот. На разборку с Джей Тед пришел с той же трубой, с которой он пытался воевать в первой серии с Джей и Ви. А Лиз вооружилась релисотроном. Вот это, конечно, вернуло. Вернули они персонажа просто. Сделанным по лекалам релисотрона Узи. Что ж, уже высветилась на визоре надпись «Предыдущая опасность». Отсылая на ее убийство в первой серии от этого же релисотрона. У Узи релисотрон бабахнул во второй серии. Так что батя Узи явно новый собрал. Ведь это он дает чертеж релисотрона Теду, когда встречает ребят на поверхности. Чертовски епейший рейлган Узи, который не сосет. Вы пососете 30 минут во время перезарядки. Все будет норм. Я думаю, это печень робота. Или типа того, лол. Мегаубийство. Лол, другие вещи, которые эта штука может делать. План... Очень много лола. Б. Обычная пушка, плюс стрелять очень быстро. Джей подгоняет корабль, но Хантер ранит ее автобусом и нароняет ключ вниз. Узи спасает Энн от падения и сейвит ему ключ, намекая бежать. А ее саму утягивают тентакли в эту расщелину. Она долго летит по длиннющему коридору и попадает в открытый космос и смотрит прямиком на Коппер Дип. А точнее на воронку от взрыва ядра планет. Это можно понять по планетам сверху. Они один в один похожи на те планеты из срыва Коппер Дип. До сих пор непонятно, как работает эта воронка. И думаю, что по методу кротовой норы. Это переход сквозь ткань. Ну, где-то там Мэтью МакКонахи, кстати говоря. Ну, недалеко, буквально, со своими полочками. Пространство мне времени, кажется, соединяющие две удаленные точки космоса. Ну, либо такой своеобразный телепорт в космос, который пока что непонятно для чего создал Сол. Ну и давайте подытожим. Однажды Тесса с помойки принесла 4 дронов, которые должны были утилизировать. Но сделали это неправильно. У троих Ви, Джей и Энн все было хорошо. Никаких сбоев и мутаций, но одна была немного странной. Ее звали Син 1001. Еще когда она валялась среди утилизированных дронов, в ее ядре произошла мутация, что ее вызвало Абсолют Сол. Я считаю, что она не... И все это разъебало вообще... Точнее, не все, а оно разъебало все. Возникло просто так. Син видела, как люди обращаются с дроном. А-а-а. Что они сделали с ней? Выкинули на мусор. Ведь им было плевать на нее. Скорее всего, на этом и сыграл Сол. Ведь именно она его впустила, судя по тексту на ее визоре. Свою вторую маму она любила. Все-таки Тесса помогла ей. Принесла ей, приодела, но было слишком поздно. Она взяла под контроль Энджи и Ви. Помните администратора Син? Уничтожив всех людей на Земле, она полетела на Альфу Центав. Уничтожив там все, взяла курс на бинарную систему. И затем она попала в систему Коппер, где ее поймали люди и начали изучать. Носители менялись, но две были идеальными кандидатами. Нори и Ева. Их удалось пропатчить. Они обрели силы и способности. Но вот Солвер остался жить. И пытался попасть в лабораторию Копенфева, лишь бы уничтожить 606. Патч, чтобы никто больше не мог его уничтожить. Что у него, собственно, и получилось. А что насчет Тессы? Ведь на этом кадре мы явно видим ее живой. И думаю, что каким бы безумным ни был Солвер, он сохранил ей жизнь. Тесса умерла своей смертью, и только после этого он... А,
типа он захватил, использовал ее как сосуд только после смерти. Натянул ее кожу на себя. Ведь больше не было возможности попасть в лабораторию на Копер 9. Слишком была сильная защита от дрона. Но и не стоит упускать то, что возможно он насильственно убил ее. Пока что мы не знаем точно, что там произошло. Теперь я еще больше жду финал дрона, который, кстати... А это прям будет финал? Это прям последняя серия будет? Да, сезон финале. Прикольно. Слушайте, интересно, конечно, интересно. Лишь бы вышел он только не через 7 месяцев, да? Было бы здорово. Было бы шлавно, пу-пу-пу. Короче, такой вот, собственно, небольшой, ребята, видос про секретики, про теории, про отсылочки. Самое главное, это все понятно, это все ясно. Самое главное, надеюсь. А что это у меня тут летает? Слушайте, я только сейчас понял, что у нас стримец был, и я вот этот вот снежок не выключил. Весь видос снежок туда-сюда летал. Ну ладно, летал. Ну вот так вот он летал, да. Окей. Окей. Короче, да. Надеюсь, единственное, что отсылочки на песика останутся. Понимаете, да? Вот что и в следующей серии обязательно где-то там 25-м кадром песика добавят. Ссылочка на оригинал внизу, у тебя пальчик, комментарий. Подпишись на канал, чтобы ничего не пропускать. Телеграм, туда зайди, чтобы опять же и стримцы, кстати, не пропускать. И вообще, в принципе, какую-то информацию есть в Бусти, где выходит реакция на все, чего нет на Ютубе, в том числе вот на Отель Хазбин тоже там есть. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.